сунну и считает, что по ней действовать вообще не нужно. Дальше говорит имам аль-Бухари: «Валь иману би ахдарилля куллиха, хайриха ва шарриха». И также ты должен веровать в предопределение Всевышнего Аллаха, благое и дурное, лахуливиха ва мурриха, сладкое и горькое. Это все мы разбирали, так или нет? Вахтисатуля атихат, люматуля атихат, все это мы подробно разбирали. Дальше. «Кад алим Аллаху маль ибаду амилюн». Всевышний Аллах знал то, что будут совершать его рабы. «Ва иля махум саирун». А также знал и знает, к чему они придут. То есть каждый человек, придет ли он в огонь или в рай. «Ла яхруджуна мин илля». Ни один из рабов не способен выйти из знания Всевышнего Аллаха. Что бы ты ни делал, Всевышний Аллах это знает. «Валя якуну фил арадына, валя фис самават, илля ма алим Аллах». И не бывает ничего ни на земле, ни на небесах, кроме того, что знает Всевышний Аллах. «Ва алям анна ма асабака лам якун ли ухтыак». И знай же, то, что постигло тебя, не могло пройти мимо тебя. «Ва ма ахтаака лам якун ли усыбак». А то, что прошло мимо тебя, не могло тебя постигнуть. То есть, если человек, например, в каком-либо сражении потерял, например, руку или потерял глаз, он должен веровать, то, что это его постигло, не могло его обойти стороной. То есть, он не мог выйти из этой войны, кроме как с таким результатом, так или нет, что он будет без руки или без глаза, например. А тот, которого не постигло ничего, должен знать, что его не могло постигнуть что-либо, потому что так предписал Всевышний Аллах. Говорит: «Ва ля халика ма Аллах азза ва джаль». И нет Творца вместе со Всевышним Аллахом. То есть для чего? Чтобы сделать опровержение некоторым нововведенцам, которые говорят: Всевышний творит добро, но не творит зло и тому подобное. Имам аль-Бухари что говорит? Нет никакого творения, а нет никакого Творца вместе с Аллахом. Что бы ни происходило в этом бытие, все это творит один Всевышний Аллах. Дальше говорит имам аль-Бухари, рахима.